Что такое пророк истины? Истинный пророк значит, что он дает тебе возможность так действовать, что и ты, и общество, с которым ты имеешь дело, все придут к лишма постепенно, но это придет. Наступит, это облачается уже сейчас, так что общество понимает, что это ему во благо. И ты тоже поймешь, что для тебя, тебе во благо заниматься обществом в таком виде. Вы сказали, что не все достигают постижения, не должны быть все в постижении. Конечно, достигнут. Написано, все познают меня от мала до велика, и стекутся к нему все народы. Секунду. Как это не все? Вы сказали, что не все. Неправильно, оставь, послушай. Мы все должны быть как одно кли, в котором внутри этого кли облачается свет бесконечности и наполняет все. Наполняет все. Как это не все? В конечном счете, в Гмар-Тикуне, когда все включаются в Малхут бесконечности, как это не все? И какая есть разница тогда между Гальгальтейнаем, Махапом, получающим Келим, отдачей, Авиютом, все как одно. Все наполнится высшим светом, наполняющим всю реальность. Свет бесконечности.